А что еще хотел показать в неоконченном рабочем дне? Ну, как я сегодня не старался, может, не особенно сильно старался, вот печку вытирал, чтобы она чистенькая была, чтобы она сильно не пригорала. Но она все равно пригорела и хорошенечко. Надо еще и теперь мыть. Шинка сильно мыть не хочется, но придется. Первый день, конечно, забыл все это дело. Завтра покажу, как это делается, как я это делал раньше, чтобы она тоже будет грязная, но без такой особенной мороки. Все, а сейчас... Сейчас начинаем. Просто мы это нафиг убираем. Тут в этом, что просто мыть, никакого секрета, ни черта. Просто моешь. Секрет будет, когда, если я не забуду, конечно, завтра поутру покажу, как обходиться малыми силами. Не так долго убираясь, вот как я сейчас буду убираться, потому что придется отбирать. Ну, вначале наношу, и, как правило, чем-нибудь занимаюсь полезным, потому что она постоит секунд несколько. Хорошо. Ну а теперь пошел драить. Особенно сильно прижаривается, когда духовка включена. Во-первых, у этой печки очень большая поверхность. И это не есть гуд. Конечно, лучше, когда вот этой нержавеющей поверхности меньше. Всякая г усыпется, конечно, вниз на поддон. Ну, не нужно сильно убираться каждый день, так вот натирать. Правда, печки бывают разные, бывают такие неудобные, что мамочки дорогие. Ну, она такая неплохая, но очень большая поверхность, открытая. Хошь, не хошь, когда варишь-то ничего, а когда жаришь, оно брызгает. И хотя все время стараешься во время жарки вытирать насухо жир, чтобы он не пригорал, он все равно, блин, пригорает. А так как у меня сегодня духовка, я повторяюсь, была включена, поэтому пригорает особенно быстро и тщательно. Оно вроде чуть-чуть, да? Ну, в смысле, по времени. Вот я сколько там разовариваю, там раз, стерлась. Но бывает и сильно. А бывает неохота и даже вот этим. Даже вот это делать бывает неохота. И чем дальше, тем больше неохота. Поэтому выдумываешь всякую билиберду, которая якобы тебе помогает в работе. Тоже меня, ну, сами посмотрим. Собственно говоря, все. Сильно убираться не буду. До блеска ее первозданного тоже не буду чистить. Так, протер. Сегодня и так хватило. У всех выходной. Ребята заработали. Я, правда, еще ни черта не заработал. Но в то же время, как видели вчера, с корабля на бал. Тут я наоборот. С бала, который думал, называется. На пароход. Все взад. Все. И чтобы я не забыл это дело, сделаю вот так буквально. Вот это оставлю.
И все на сегодня. Так, ну что, доброе утро. Начинаем. Начинаем телепать. Что-то в сторону. Прежде чем включить печки, наношу на них небольшой слой. Этой моющей пасты. Просто размазывая ее. Она будет служить такой подложечкой и предохранителем от попадания жира. Нет, жир все равно будет попадать и будет даже запекаться, но он не будет как бы привариваться. Сильно не будет привариваться, приставать. Поэтому легко будет отмываться. Правда, вид будет такой, когда она чуть-чуть подсохнет. Не симпатичный. Ну что? Зато гораздо потом будет лучше все смотреться. В смысле, лучше, это значит быстрее отмываться, если экономия времени. Так, ну а мы пришли в Монстерас до работы. Рабочий день закончен, надо приступать к замывке, к замывкам. Возвращаемся к нашей печке. Кружочки в сторону, рукавички мою. В обед, вот я забыл снять, в обед она выглядела неплохо, это сейчас я жарим котлеты на ужин, поэтому тут все слегка замызгано и в таком малоприглядном виде. Что надо сделать? Надо просто намочить
намачивания. Видно, как легко вот этот пригар, собственно, видите, не нужно использовать такую мочалку. Практически везде достаточно пройтись и смыть налет вместе с пригаром. Только, конечно, могут быть там места какие-то, пропуски, но вот здесь немножко есть. Все. На этом все. Большой во времени, это я прикладываю гораздо меньше усилий для того, чтобы помыть печку, гораздо меньше, если бы я тер. А еще меньше я усилий, вернее, никаких усилий не прикладывал, чтобы во время всего дня не вытирать этот жир, который ляпнет. Потому что знаю, что если он ляпнул, он пригорит. Я буду потом долбаться, оттирать его. Единственное, что в течение дня, там уже к обеду, она выглядит не очень первозданной. Так она, извините меня, может быть, выглядит и не первозданной, даже когда она просто заляпана обычно, в обычном состоянии находится. Если, конечно, нахожусь в порту и если пароход, что-то там намечается вроде как этих людей, которые придут, что-то будут смотреть. Конечно, можно вот то же самое сделать и после обеда, быстренько все смыть. А потом опять нанести. Само нанесение, сами видели, очень легко и просто делается. И очень легко и просто делается смывание. Кстати, может, я точно так же делал и на пароходах. Вот на Йохане я делал, по-моему. Ну, не знаю. Там не снимал. Ну, там поменьше поверхности. Ну, тоже вот так вот промазать вот этой вот пастой моющей. И потом все легко смывается. Когда надо. Так что вот так еще. Да, действительно, подписывайтесь. А то много народу смотрит без подписки. Ставьте класс или наоборот, комментируйте. И ждите следующих роликов. А за мной не заржавеет.